Дальше рассмотрел. Тоже все пошло по бороде тут. Не знаю, аккумулятор не падал ни разу. Эксплуатируется активно. Есть у меня сомнение, что где-то вот куда-то вот пихая там в какие-то сложные места, можно дотронуться аккумуляторами, и эта вот вибрация, она передастся на аккумулятор, и может быть из-за этого его рвануло где-то. Ну так, чтобы упало, чтобы гвозди забивал ним, там еще что-то такое. Такого близко даже не было. Ну и китаец, в принципе, эксплуатировался в тех же условиях и в тех же жесткостях, блин. И такой фигни не приключалось с ним. То есть и вот тут, получается, треснуло. И вот эта фигня отпала. Ушка, которая вот здесь вот держит кнопку. Такую сделали, какую-то огромную кнопку дебильную, а все. Назначение этой кнопки, это вот так вот она вот здесь выглядывает и фиксирует при нажатии, просто прячется вниз. Можно было бы сделать как-то поудачнее. Это, не знаю, тоже трещины, не трещины, блин. Какой-то... Ну, китаец, по крайней мере, не развалился от такой жизни. Это самый этот взял, блин, и развалил пока что батарейку. Получается, что плохо, что развалились вот эти вот места, куда должны закручиваться саморезы. Вот они. Вот, рассыпались кусочки, повыпадали. Можно, конечно, как-то вклеить на вот этот двухкомпонентный этот клей. Он кусочек торчит. Какие-то, блин. Даже не знаю, что сказать, кого послать, блин. Эти шуруповерты китайские, да, там порастрескивались корпуса, паяли их. Но, черт его знает. Вот это новее аккумулятор, ему там буквально... Я его вместе с сабельной пилой купил. Недавно относительно. Это, конечно, блин, печалит. Мне надо где-то искать корпус. Такое себе.